было, блядь, не плохо. Восьмое февраля 2019 года в Авидиополе ЧП на территории резервуара чистой воды, который находится возле бывшего винзавода по улице Одесской, коммунальное предприятие «Водопостач» делало подрезку сухих деревьев и, не рассчитав то ли силы, то ли возможности, одно дерево резко обвалилось и завалило 10-киловольтную электрические сети. Часть поселка осталась без электричества. Сейчас на место вызваны сотрудники РЭС для того, чтобы постараться до темна устранить эту неполадку. С нами директор коммунального предприятия «Водопостач» Геннадий Владимирович Фисюк, который прокомментирует, что здесь произошло. Ну, у нас задача от поселкового совета вот эти все старые деревья, согласно актам экологии, срезать на 5-метровую высоту. И вот попало дерево, которое при такой высоте, как вы видите, вылета стрелы вышки не хватает. Мы его подвязали, а подрезать начали с той стороны, где хватило вышки. И оно оказалось внутри пустотела. Вы это там сфотографировали, можете посмотреть. И когда только получился маленький надрез, оно за счет своей кроны пошло не в ту сторону, не удержали его, и оно завалилось не туда. Сейчас будем переделывать, брать под экскаватор ставить. Брать тросы, потому что по-другому они все имеют наклон и сильно большую высоту. Ну, такая получилась недоработка в плане того, что за счет высоты мы не думали, что на такой высоте дерево может быть пустотелым полностью. А оно внутри пустотел. Верхушка низ более-менее, а верху верхотура до середины пустотел. Аварийная бригада РЭС уже на месте, коммунальное предприятие дорасчищает сейчас дорогу. Я надеюсь, что до вечера авария будет устранена. Роман Варшанидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орг.